У меня папа неправильно обрезает розы. А я хожу и критикую. Он оставил вот такие вот штуки, а это неправильно. Значит, как правильно обрезается роза? Вот видите, 3 листика. А роза обрезается до 5 листиков. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Значит, нужно срезать вот так. У нас получается еще и побег для размножения. И тогда роза в следующем году у нас будет очень обильно и пышно цвести. А вот это неправильно. А папа у меня не в курсе. Он все розы вот так вот сделал неправильно. А я маме хожу и объясняю, и критикую папу. А вот так вот облетела роза у нас. Уже перецвела наша плетистая красавица, наша все. Так что обрезайте розы правильно.